Приземлились в Москву, Бизнаур получил вот такие травмы. Но ничего страшного, как бы ему мужчины такое бывает. Заходи, Давайте расскажу небольшую предысторию по поводу этой ситуации. Этот боец предложил мне побороться, сказав, что меня легко поборет. И были некоторые тонкости, которые я не стал выкладывать, потому что мы с этим пацаном дали по рукам, у нас все нормально. В итоге мы с ним поборолись, и один момент я увидел небольшой жест с его стороны, когда он сел на меня, поднял руки и закричал. Меня это задело мою мужскую, реально, как есть говорю. И мне захотелось это повторить, я поборол его, встал на него и повторил этот жест, может быть, даже хуже. Я не говорю, что я правильно поступил, нет. Но я прошу максимального уважения к мою сторону. Так что начал он, а добил я. Так что вот такая ситуация. И есть такие ребята, это видео попало в интернет, начали писать там, Асад, ты неправильно поступил. Да, может быть, неправильно поступил. Некоторые пишут там, ты должен записать видео извинения. Ребят, вы что, прикалываетесь, что такого никогда в жизни не будет. Было бы за что. Так что не надо ерунду писать. Всем ассаламу алейкум. И некоторые пишут, Асад, ну ты же должен быть умнее, ты выше этого, как бы зачем ты это сделал? Ребят, если кто-то хочет задеть меня и что-то мое, я сделаю это еще хуже. И не думайте, что я какой-то идеальный человек. Нет, я такой же, как и вы все, понимаете? У меня тоже есть эмоции. Я прилетел в Москву, мы только недавно приземлились. Казахстан, большое спасибо за теплый прием. Я реально удивлен. Спасибо большое, все было четко. И давайте раз и навсегда вам объясню. Я такой же, как и вы, все обычный человек. У меня тоже в жизни возникают разные конфликты, разные ситуации бывают. Да, где-то у меня косяки выходят. Это все фиксируется на камеру, понимаете? И так как я популярная личность, эти моменты, они распространяются. А ваши моменты не распространяются, потому что, ну, вас не знают, понимаете? Поэтому не думайте, что я какой-то идеальный. Нет, я очень плохой и даже хуже, чем вы можете себе представить, понимаете? Ребят, кто еще не заработал деньги, поторопитесь, пока стратегия еще не умерла. Я хочу, чтобы каждый мой подписчик успел заработать. Так что кликайте на этот ролик, либо переходите по ссылке в описании. Смотрите внимательно инструкцию и пишите, кто сколько успел поднять. Всем удачи, с вами был Козбах.